Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер. Обычно я вам показываю города, достопримечательности, а сегодня я вам хочу показать сауну. Ну, не обычную сауну для Германии, для нас-то она обычная, традиционная, а для них она необычная, так как в Германии мужчины, женщины и средний род, так как Германия считается толерантной страной, все ходят вместе одновременно в одно и то же место. Для нас это необычно. А для них необычно, что мы ходим мужчина отдельно, женщина отдельно. Так вот, мы искали и нашли традиционную для нас сауну в городе Фюрте. Немного отвлекусь, вот впереди здание с буквы «С» – это Шпаркасса. Это знаменитый по всей Германии банк. Это как в России Сбербанк. Она так и переводится – Шпаркасса, касса сбережения. Шпар – это сбережение. Ну, продолжим. Значит, мы едем в традиционную сауну, и называется она Гиппократиус. Все же знают, да, Гиппократа, как древнегреческого целителя, врача, философа. Он вошел в историю как отец медицины. Все знают клятву Гиппократа, врачей, да? Что гласит клятва Гиппократа? А это бескорыстная помощь окружающим, принцип «не навреди», отказывать в абортах и эвтаназии, не вступать в любовную связь с пациентами, принцип молчания, конфиденциальности проблем больного. До Гиппократа, еще в древние времена, да, люди думали, что болезни возникают от колдовства, проклятия. И именно Гиппократ разработал научный подход и доказал ложности придуманных теорий таких. Он лечил и вылечивал людей. Так почему я все говорю о нем, да? К чему я клоню? Да к тому, что именно Гиппократ считал бани лучшим лекарством от многих болезней, придавая важнейшее значение водно-паровым процедурам. Он разработал множество рекомендаций по использованию бани в целях поддержания здоровья и лечения, чем мы сегодня и займемся. Обратите внимание на это здание. Здесь проводят концерты, культурные мероприятия. Вот как раз там и объявление. Культур-терраса, это значит, ну, скоро будет уже тоже какое-то мероприятие. Мы приехали. Сейчас покажу вам вывеску. Рядом магазин «Норма», где можно взять продукты, воду, и автостоянка. Это вход в сауну. Зальцштрассе, 22, дом. Меню. Значит, там можно будет и покушать. Здесь написано, что с человека 17 евро, мы возьмем на 2 часа, и нас двое.
чек покажу потом. Мы пошли. Мы вот внутри, все прилично. Но у меня такое ощущение, как будто я в России. А милая хозяйка Людмила разрешила нам снять весь комплекс и сказала такую новость, что скоро будут дополнительно введены услуги по уходу за женским телом. Есть вопросы, обращайтесь, звоните по телефону. Здесь же, оказывается, можно и поесть, и отметить праздники. А это уже наши номера. Покажу вам саму парилку. Темновато для камеры. Хотели взять эфирные масла и забыли дома. Можно и здесь было купить масла. Мы свои процедуры закончили, нам понравилось, главное, все было чисто. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!